Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что ж, поехали, заглянем, где мы с вами остановились. Территория нежити у нас, да, вторая миссия. Потом у нас пойдет территория Нефритовой долины. И дальше уже телепорт. Ну что ж, неплохо. Давай-ка глянем, кто у нас тут. Прыгун, Банши и Голем. Слушай, я думаю, что вот эта команда, в принципе, должна зайти. Да? Ну, прыгун меня немножко смущает. Хотя, ладно, погнали. Что нам, как говорится, до прыгуна? Главное его контрить, и все. Так, для контры нам подойдет, в принципе, жаба с молотом. Вау-вау, голем выходит. Големчик, да? Ну, ладно, давай тогда мы начнем вот так вот. Вызываем, естественно, ниндзю для подкрепления, друзья. А потом, если что, призовем голема. Голем тоже неплохо должен с этим делом справляться. Главное, чтобы не вышел сейчас прыгун в неподходящее для меня время. Пока я его не вижу. Давай БФГ призовем. Так, молния. Вау-вау-вау, вот он, прыгун. Друзья мои, заморозка. Упс. Подожди, почему? Ага, все сработало. Он перепрыгнул. Сейчас мы его здесь разбомбим. Я могу сказать одно, что прыгуну в этот момент не повезло. Во-первых, он застанился от моей молнии, да? А во-вторых, он попал под заморозку. Ты чё тут буянишь, а, прыгунчик? Давай, ниндзя. Молодец. Так, ну что, остается немножко совсем нам, да? Для того, чтобы разбомбить ему базу. Так, вот зря я всех сюда отправил, потому что в любой момент может выйти прыгун, перепрыгнуть через всех, да? И, как видите, возле моей базы никого нету. И мы могли бы получить повреждения и, соответственно, сфейлиться. Но обошлось, обошлось у нас. Так, давай смотреть, что дальше у нас. Третья миссия. И здесь... Ага, прыгуна нету, но зато добавляется здесь когтистый. Друзья мои, ну, против когтистого ниндзя. Это самое то. Причем тут голем и еще и банши. Мы их быстренько сейчас расчекрыжим. Это я вам 100% даю. Так, погнали. Причем мы можем с вами в любой момент вызвать нашу богиню солнца. Я, правда, не знаю, стоит ли вообще ее вызывать здесь. Как босс, она, ну, вообще ни о чем, друзья мои. Ни о чем. Так, смотри. Смотри, что происходит. Для меня это... Опа, хорош. Там еще и банша пошла. Так. Нам здесь однозначно не обойтись без ниндзи. Ниндзя должна издалека бомбить. Так, сейчас будем призывать с вами... Давай молнию, наверное, бомбанем. Так, застанили хоть кого-нибудь? Так, голем был в стане, это я видел. Так, друзья мои, еще вызовем жабу с молотом. Ну что, пока неплохо, ураганчик, вау. Так, пускай прижмет их там к стеночке, в оглушении пока постоят. У меня вторая ниндзя бежит уже на подходе. Так, а мы с вами еще немножко энергии возьмем. О, карточка на когтистого выпала. Слушай, мне кажется, что все, мы, друзья, их зажали к стеночке. Сейчас будем потихоньку разбирать. Я еще ульту применю. Зачем я это сделал? Никого же не было. Ай, ладно. Все равно они проиграют сейчас. Согласись, они проиграют. Смотри, возле стенки мы просто всех бомбим. Мне только карточки вылетают. Я вызываю третью ниндзю. А это говорит о том, что базу сейчас просто распишут моментально. Да? Ну что ж, неплохо. Кстати, друзья мои, играл когда за кадром, я хотел вам показать следующее, что у меня пропалось. Во-первых, у меня Санта получил третью звезду. Во-вторых, друзья мои, у меня жрица получила четвертую звезду. Ну, тут даже видно, видите, да? Уже 9, как говорится, карточки я на нее нашел. А на Санте 12. Так что, друзья, все отлично. До Санты, конечно... До прокачки фуловой, как до Китая раком. Ну, а жрицу, я думаю, мы в скором времени пропаем. До фудочки, но хотелось бы, конечно, мне друидку прокачать по полной программе. И грифона. И грифона. Так, ну, смотрите, фехтовальщик тут недалеко, да, осталось совсем маленечко. В принципе, и король тоже на подходе, копейщица. Вот и самое удивительное для меня, да, я уже говорил в прошлых сериях, что... Вот этот вот крестьянин, это один из самых первых бойцов, которые тебе даются в игре. И смотрите, он до сих пор еще 758 карточек имеет, да? К пятой звезде идет. А остальные все, вот, ребята, которые у меня давались давным-давно и постепенно. Вот, например, тот же самый паладин, да? Или та же самая, вот, например, маг-воин. Они у меня уже по фулке прокачаны. Ну, потому что крестьянином никто не хочет играть. И как-то карточки на него очень редко выпадают, к
Кстати, вот что Санта-Клаус, да, что епископ. У меня даже Санта-Клаус переплюнул епископа, как ни странно. У него 3 звезды, а здесь 2. Вот такие вот пироги. Ну, вы сами понимаете, что здесь тоже уже много кто на подходе у нас. Ведьмочка тут, смотрите, ей 700 карточек, и она фуловой будет. Так, что у нас тут еще? Ага, смотрите, некро тоже на подходе, практически 100 карточек, и все, она у нас в кармане. То же самое и наша летучая мышь чумная. Тоже где-то 70 карточек, и она у нас в кармане. В общем, будем искать потихонечку с вами, да? Так, у нас квест выполнен. Давайте сделаем запрос. И, пожалуй, пойдем на следующую миссию. Так, это у нас предпоследняя, получается. Вот, красавчик. Как же я обожаю вот этого, ребята, служителя тьмы. Я вот, кстати, не помню, он у меня прокачан или нет. По-моему, у него всего 4 звезды. Так, ну здесь опаска в чем заключается? Здесь, во-первых, прыгут. Во-вторых, здесь вот этот служитель тьмы. Он будет подпитывать, да, голема. Мы будем отвлекаться на голема, а в этот момент будет вот этот вот прыгун нам компенсировать мозги. Поэтому в наших интересах как можно быстрее уничтожать служителя тьмы. Возможно, здесь не обойдется без богини солнца. Придется мне ее призвать, но посмотрим, как сейчас у нас пойдут дела. Если это тот уровень, где он будет одними прыгунами играть, по-моему, он и есть, друзья мои. По-моему, этот уровень и есть. Так, хорошо, ждем прыжок. Давай так сделаем. Слушай, ну без истерики, как мы видим, он прыгнул. Все хорошо, то есть мы его здесь сейчас уничтожим. И, как видим, тут не только у нас будут прыгуны. Там у нас голем уже пришел. А я, знаете, что хочу сделать? Призвать богиню солнца. Я не знаю, будет ли от этого толк. Потому что, блин, прыгун, он мне не даст, друзья. Он мне не даст пошухерить здесь. Только накопил энергию, как говорится, да. И мне пришлось просто все слить. А вот теперь, друзья мои, вот теперь пора призвать. И вот о чем я вам говорил. Служитель тьмы подпитывает голема. Но не тут-то было. Это, кстати, единственный хиллер, который лечит и уничтожает. То есть он перекачивает энергию, можно так сказать. Так, ну что, друзья, давайте сделаем ураганчик здесь. Вау. Ты смотри-ка, прыгун уже что делал. Он чуть богиню мне не уничтожил, а? Так, давай-давай, жги их там всех лучом своим солнечным. И, да, друзья, победа. Слушай, довольно неплохо. Слушай, от богини солнца здесь действительно был толк. Сейчас, а что у нас тут в магазине, есть что-нибудь? Так, здесь продано, здесь ничего у нас нету. Здравствуйте, а страж у меня что, не на 5 звезд? Кстати, смотрите, друзья мои. Лорд пустоты, совсем немножко осталось, да? Где-то тут 37 карточек, и все, и он у нас будет фуловым. Кстати, если он будет фуловым, я его возьму. Возьму к себе в отряд. Я даже вместо кого знаю. Вместо деда он пойдет. Потому что дед у нас чисто ближник, а лорд пустоты, он дальник. Плюс такой же имеет стан. То есть надо будет брать его. Ну что, а у нас с вами... очередная заключительная битва за нежить. Так, тут у нас, ага, старый скелет, да? Ну, прыгуна здесь, слава богу, нету. Ну что, будем отыгрывать, наверное, этот отряд. Хотя опасно против деда. Против деда хорошо. Я вот не знаю, он летающих юнитов бомбит. Вот, например, король. Он бомбить не может. А дед, по-моему, может. Он всех станет. Ладно, друзья мои, я рискую. Я рискую, я просто хочу отыграть именно этот отряд по полной программе. Богиня солнца, конечно, здесь не в указ этому деду, потому что вы знаете прекрасно, его удар вот этим вот молотом станет всех и вся, и причем надолго. За этот момент твою армию могут просто уничтожить. Так, выходит голем вместе с баншей, не забывайте, в паре. Банша может застанить твой отрядик, плюс еще и когтистый. Ну что же, вся надежда, наверное, на ульту мою. Но она, как всегда, еле-еле там идет, еле копится, погнали. Ну, молния, ну хоть одна попала, но особого, ребята, эффективного результата я не увидел. Когтистый, как всегда, начинает тут наяривать, банши орет, как сумасшедшая. Когтистый без ульты погиб. Так, давай вызовем еще ниндзю. Так, и, блин, когтистый погиб. Нам нужно призывать... Вот. Он все-таки меня опередил, друзья. Он меня опередил в этом плане. Давай ульту попробуем сделать. Ну, друзья мои, ну бомбите вы этого деда, пока он там... сзади... Сзади стоит некро. Вот оно что.
Вот оно что, друзья мои, почему мы... Блин, сейчас будет жесть. Сейчас будет жесть, по-моему. Ни ураганчика, ничего, да? Не, не выходит, не выпадает и... Ну, да раз... убейте вы это... Есть, фух. Накрыли мы с вами деда. Так, ураганчик нам в помощь. Ураганчик нам в помощь. Сейчас, оу, карточка на служителя тьмы. Кстати, вы видели, как БФГшка очень хорошо бомбанула лучом своим, да? И прошила всех, кто на этом ряду стоял. Мне она очень помогла, БФГшка, вот в данный момент. Так, друзья, ну, самое главное, что мы завалили старого скелета, да, старого деда. И теперь мы с вами уничтожаем базу. 40 секунд у нас в запасе. Я думаю, что нам этого за глаза. Еще и заморозка выпадает мне. Все, удачно. Но я немножко пожанулся на самом деле, когда он уничтожил мне богиню солнца. Причем практически с двух ударов ее уложил. А там, вы сами видели, и вся армия падала вслед за ней. Ну что же, друзья, а мы с вами забираем наш реворд. Так, давай посмотрим, что нам выпадет. Так, карточки на старого деда 12, да, и на зомби плюс 12,5 тысяч голды. Ну что же, вот она, нефритовая долина у нас. И следующий портал нас, как говорится, ждет, ожидает уже. Так, ниндзя 98 уровень и самурай. Так, ну я думаю, что вполне мы можем сыграть этой командой. Отыграем полностью, используем ее энергию по полной программе, чтобы нам не прыгать туда-сюда. Ну что же, я даже уверен, если он сейчас будет вызывать ниндзя, у нас, в принципе, все на равных идет. Все идет на равных. Я... Ага, ага. Ну, давай мы так сделаем. Он сейчас будет вызывать ниндзю, естественно, друзья мои. Естественно, кто бы в этом сомневался. Мы тоже с вами призовем ниндзю. Только разница в том, что у него самурай может в истерику упасть. А мой, как говорится, да, чувачок просто падает замертво. Без каких-либо истерик. Но... Так, все, пока у нас удачно, все хорошо. Смотри-ка, мы уже подошли к базеночке. Ой, сейчас, по-моему, мы распишем этих нелепых существ. Ниндзя, уйди, уйди, говорю, отсюда. Не путайся под ногами, пожалуйста, а. Она бьет нас, а мы бьем замок. То есть мы передамажили, получается, да, друзья? Ну вот, ну вот. Первый, как говорится, бой у нас прошел вообще великолепненько. Ну, это только начало, это только разминка, я бы сказал. Переходим на второй и смотрим. Так, друзья, в принципе, ничего не поменялось, кроме как храм... храмовый пес добавляется, да? Ну, я думаю, что это для нас ерунда. Так, здесь энергии уже нету. Это я, видимо, потратил, когда разминался. Слушай, а если я выберу эту команду, как думаешь? Так, а почему бы и нет? Почему бы и нет, друзья мои? Конечно, давайте-ка попробуем взять эту командочку с вами. У меня здесь тыквоголовый. Что только не хочешь, бери. Так, давай самурай, наверное, возьмем. Самурай на самурай пошел, так, ладно. Опс, а вот так мы не договаривались с тобой. Слушай, а почему у него... А, у него дамаг идет усиленный за счет... пса, да? За счет пса. Ладно, вызовем еще одного самурая. И, по идее, мне надо вызывать тыквоголову, если мы с вами вообще хотим здесь выжить. Ой, друзья мои. Так, мне, знаете, что нужно? Вот, мне нужны корни. Мне нужны, друзья мои, корни. Так, ну что? Я смотрю, им поплохело. Видно сразу. Бам! Давай тыквоголовый. Бам! Отлично, ниндзя отдуплилась. Самурай бедный горит там. Все, как я и хотел, друзья. Все, как я и хотел. Так, что... Воу, мой почему-то, кстати, чаще стал падать в истерику. Мне это очень нравится. Ага, вот и у него, наконец-то, заистерил. Так, друзья мои, две тыквы сейчас тут устроят такой апокалипсис. Мы еще и корни выпустим. Все. Смотри, что сейчас будет. Сейчас будет просто расписка его замка. Распишем по полной программе. Даже не поморщимся. Тут уже никто его... не спасет. Я еще его так вот на дорожку, ну, поиздеваться вызвал нашего мага. Магического электрического мага. Так, заморозка еще выпадает. Мне тут вообще фартит просто-напросто. Ниндзя, иди отдохни там. Визжит он мне. И, как вы поняли, побед за нами. Так, спасибо за карточку для базы. Ух, шикарно, я считаю, да? У нас здесь все прошло. И давай-ка глядеть, кто у нас там будет следующим. Так, третья миссия. Они меня вот этим хотят напугать? Вот этой вот черепахой с пушкой? Ой, друзья, они не знают, кто такие тыквоголовые, видимо. Ну что ж, пора их опять же познакомить, напомнить, кто такой тыквоголовый и что он может сделать с этой черепахой с пушкой. Просто ее порвать.
На мелкие тряпочки. Так, давай, самурайчик, тоже выходи. Так, а вот так мы не договаривались. Ниндзя, давай. Потому что сейчас тут будет расстрел, причем капитальный, друзья. Так, ну-ка ты головой зажги огни. Так, еще одного самурая надо призвать срочно, корни. Вот так, пока они тут стоят в этих корнях, мы с вами немножечко сейчас армию свою подтянем. Давай вызовем мага еще электрического. Пускай бомбит там своими молниями. Прикроем это все дело нашим самураям. О, все, никаких шансов. Так, тихо, 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 не надо. Не надо мне вызывать своих вот этих вот черепах. Ну-ка ты ковголовый, задай-ка жару прям туда, в кучу выхнюю. Вот так вот, по красоте, друзья мои. Вот вам и вся, как говорится, черепаха. Вот и все ее понты. Сдулась она моментально. Ну, а мы просто сейчас будем уничтожать замок. Все. Я считаю, что этот уровень был проще простого. Ну, а мы с вами переходим на следующую миссию. Так, это у нас предпоследняя. Осталось совсем немножко до телепорта. И здесь нас встречает уже самурай, ниндзя, плюс копейщик. Ага, будет спамить меня, да? Ну, я готов к спаму. У меня есть черный рыцарь, который будет, естественно, этот спам уничтожать просто. Так, давай-ка начнем потихонечку. Ну, где там? Да-да-да-да-да-да-да. Я знал, что ты так сделаешь, но я вызвал самурая. Кто там? Он тоже вызвал самурайчика, да? Ну, мы с вами немножко сейчас энергии подкопим. Я хочу... Так, подожди, уже меняются мои планы, друзья мои. Мои планы резко меняются. Блин! Что он делает? Так, хорошо, что у меня самурай в истерику упал. Так, давай ты кукловый. Наяривай. Так, выпускай корни. Так, корни, друзья мои, работают. Так, ну что, пока неплохо все. Пока все очень даже хорошо. Сердечко, может быть, кого-нибудь приворожим, да? Храмовый пес побежал. Пока за нас повоюет маленечко. Довоевался. Но, тем не менее, это все равно было хорошо. Немножко он отвлек, да? Так, ускорение. Просто продавим сейчас. Да, мы уже продавили. И, друзья мои, мы уже бомбим замок. Я еще вот так вот корни выпущу. Назло. Чтобы там никто не смог разбежаться куда-нибудь. Ну, обстрел. Отлично. Сейчас мои, как говорится, тыквоголовые разнесут замок в хлам своими взрывами. Все, 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 все. Даже не буду ничего делать. Друзья мои, отличный был бой. Очень хороший. Так, и у нас заключительный. Кто у них может быть? Кто за босс? Давай-ка глянем. Твою же налево, друзья мои. Это у нас бог ветра. Один из противных боссов. Поэтому, с вашего позволения, я возьму имбу. Ну, вы все прекрасно знаете, почему именно имбу я здесь беру. За счет своей базы. Так, квест завершен, тактик. За счет своей базы, которая бомбит лазером. И лазер этот будет, естественно, направлен на босса. Так, ну пока с вами копим спокойненько энергию. Здесь у меня, не забывайте, вся имба собрана, кроме прыгуна. Прыгуна я не считаю, что он имба. Он так. Тихо-тихо-тихо-тихо, родные мои. Тихо, ну куда ты разогнался, песик? Ну что тебе, мало что ли? Плохо жилось или что, я не пойму. Ну-ка, упс. Вот и все, видите. Все делается очень легко и просто. Так, чумную мышь вызовем. Ага, через отражение, конечно же, друзья мои. Плюс ураганчик, плюс ронин. Ох, не повезло, ребятам, не повезло. Ну, а что сделаешь? Я еще ведьму призвал. Ну, где там будет бог ветра вылазить или что? Я уже готов бомбануть. Что-то я не вижу его, друзья. Опять, что ли, испугался, нет? Вот он явился, родной, но... Нет, 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 как это так? Как самурай упал, блин? В истерику, и вся моя ульта прямо в самурая попала. Друзья мои, ты представляешь? Так, блин, это плохо. Давай, давай, давай. Да куда ты там улетел-то, дурачок? Что происходит? Все, мы его в любом случае завалили. Но с ультой я, конечно, здесь лопухнулся. Вы видели, что произошло, да? Самурай упал в истерику, и ульта просто вся улетела в него. Но, тем не менее, он поплатился, бог ветра, своей жизнью. И мы здесь с вами прошли этот этап. Ну что ж, друзья, забираем с вами реворд. Так, у нас тут еще квест выполнен. Кстати, нам совсем немножко осталось. Где? Тут 43 гемы, да. И мы с вами откроем
Эпический сундук. Я надеюсь, нам выпадут хорошие оттуда плюшки. Так, а здесь нас чем порадует? Ага, жабой с пушкой и плюс с сакурой, да? И 12,5 тысяч голды, как всегда. Ну что, друзья, мы с вами прошли эту локу. Мы забираем 14 карточек репульсора, 14 карточек у нас жабы, ой, черепаха с пушкой, и 14 карточек крестьянина. И следующий портал. Добро пожаловать, как говорится. И у нас начинается с территории захватчиков. Дальше территория роботов, да, потом опять нефритовая долина. Долина подданных будет. Опять территория захватчиков и телепорт. То есть два раза повторяются у нас захватчики. Хорошо, давай-ка глянем, что у нас тут по прогнозу дня. Так, друзья мои, вот этот вот бородавочник меня раздражает. И улитка? Вау, тихо. Погоди-ка, а у меня энергия есть на моем отряде? Есть, слава богу. Значит, как мы с вами делаем? Вызываем рыцаря, да, контрим улитку. Ну, а дальше все как по написанному. Правда, я уже, честно говоря, забыл, как нам бороться с этой улиткой. Но я знаю, что вызывать надо рыцаря, это однозначно. И нужно успеть. Ух, вроде успел. Дальше, конечно же, у нас должен выходить самурай. Потому что я боюсь этого бородавочника. И я знаю, что он может сделать и на что он способен. Он сейчас может в истерике выйти, оттолкнуть всех моих, да, солдатиков. И потом тут начать шуршать. Блин, он уже, ребята, шуршит. Так, хорошо, что у меня самурай в истерику упал. Это очень-очень классно, друзья мои. Я вызываю улитку. Ой, улитку, господи, какую улитку? Ульту. Конечно же, ульту. Ульта здесь против улитки — это вообще имба на самом деле. Да, она против выпрыгуна тоже, кстати, очень хорошо заходит. Потому что мы не даем ему разогнаться. Наши корни замедляют любого противника, при этом наносят урон. Об этом не стоит забывать. Так, ну что, я думаю, что в этом уровне мы с вами одержали отличную победу. Немножко, конечно, я испугался, но вроде бы, как говорится, голова помнит и ручки делают. Все отлично, друзья мои. Прошли мы этот уровень без каких-либо запиночек и переходим на следующий. Так, второй этапчик. Здесь у нас опять же улитка, да? Так, у нас энергия откатилась. Улитка, жаба и, блин, вот жаба, конечно, с пушкой — это не есть хорошо, но все равно, если считать по дальнобойности, да, мои тыковоголовые намного круче, намного дальше бомбят. Так что будем этот, как говорится, шанс использовать. Ну что же, где? Я не вижу никакой улитки. Друзья, почему-то нету. Что-то он там, наверное, планы поменял. Понятно все, он действительно поменял планы. Он начал с бородавочника. Опа. Опа, пули. Друзья мои, очень плохо все. Так, слушай-ка, парень, ты не оборзел ли? Нам нужны корни. В срочном, друзья мои, порядке. По-моему, я тут что-то не так сделал. Друзья, я что-то здесь неправильно сделал. Блин, мы тут можем с вами сфейлиться. Давай быстрее, ну! Давай, давай, вжаривай! Вот, это хорошо, это нам сейчас в данный момент очень крупно повезло, что самурай опять же упал в истерику, потому что он красавчик. Так, немножко мы оглушили с вами. Опа! Улиточка просто не долетела. Так, тихо, сейчас будем корни. Корни, друзья мои, конечно же, корни, без них, ну, никуда. Вот она, улитка эта, вшивенькая, затормозилась. Фу, вроде бы выровнялись. Я уже было пужанулся на самом деле, там... Действительно была критическая ситуация, и я думал, что все-таки фейл будет, но нет. Все у нас с вами хорошо, все получилось. Давай, выходи, самурайчик, родной мой. Также вызовем мечника. Но... Ай, какая у него крепкая база, а? Ты посмотри на нее. Ну, в принципе, все, друзья мои, забомбили. Вот ненавижу улитку. Надо, кстати, самому ее прокачать, да, и как-то ее применять в боях. Она довольно эффективна. Ну что же, переходим с вами на третью миссию. Здесь опять улитка, воблер и опять же бородавочник. Слушай, а кем я теперь буду контролировать улитку? Ага, у меня же вот эта команда есть, точно. Щитобот, на что же мне дан-то? Господи, я про него и забыл. Хм. Конечно же, щитобот — это одна из имбовых, как говорится, карт. Да, которая имеет очень обалденную защиту. Ну и может еще застанить противника. Об этом не стоит забывать. Так, что-то он никого не вызывает, очень странно. Ну вот, только сказал, не вызывает, и вызвал.
Так, что делаем? Вызываем, наверное... Опа! Воблер. Это уже, ребятушки, не шутки. С воблером лучше не шутить. Так, давай-ка мы ульту применим. Надо воблера этого уничтожить. Так. Замечательно. Вызываем нашего щитобота. Так, бедный молотильщик. Конечно, он падает. Конечно же, он падает очень быстро. Так, ну-ну-ну-ну. Нормуль, кстати, выходит. Паладин вместе с всадником на журавле очень хорошо играют, да, в команду. То есть по две атаки и любой дальний юнит падает. Ну, до замку там осталось, господи, на раз-два плюнуть и все. Вот так вот. Отлично. Все, друзья, мы их с вами прошли. Такие моменты бывают иногда напряженные, да? Но все-таки мои бойцы справляются. Так, друзья, у нас предпоследняя миссия. Так, и здесь у него жаба с молотом, жаба с пушкой, плюс улитка и бородавщик. Ну что же, эта команда, я думаю, также справится. Никаких проблем для нее, в принципе, нету. Это полуимбовая команда у меня получается. Я бы сказал бы даже, это команда дефа. Дефа и дамага. Причем против всех и всяк. Тут есть очень крепкие у меня юниты. Это паладин. Плюс есть очень хороший дальник. Это всадник на журавле. Вот это вот плешивая, как она меня бесит, а? Это улитка, вот серьезно вам говорю, она меня просто раздражает. И самый имбовый, можно сказать, здесь босс, это, конечно же, друидка. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Так, я просто хочу, друзья мои, призвать себе друидку на помощь. Как говорится, и хватит на них тут любоваться уже. Вот она вышла. Сейчас будет просто жесть, трешак полнейший. Сейчас мы будем тут тотемы с вами выставлять. На урон, на атаку, на все подряд. На отталкивание, на хил. Сейчас все будет в тему. Вот он, тотем на урон. Когда она ставит посередине, вот, например, здесь, да, получает дамаг. И передний юнит, и который сзади стоит. Все они отгребают по полной программе. Ураганчик. Ну все, друзья мои, у нас еще минута 18 впереди. И сейчас мы их расколбасим. Стоит только друидке вот здесь вот поставить тотем на урон возле замка. Все, можно сказать, замок будет нашим. Да, в принципе, и так неплохо. Мы и станем. Смотрите, мы ничего им не даем делать. Так, карточки. Карточки только получаем с вами на халяву. Так, немножко подлагивает, но это специфика, друзья мои, друидки. Потому что она вызывает тотемы. Их очень много, и почему-то игра начинает не справляться. Так, ну что ж, друзья, очень неплохо. Мы прошли с вами этот уровень, и у нас последний, заключительный здесь этап. Давай-ка посмотрим. Здесь, ой-ой-ой. Так, здесь у нас, ребята, босс будет. Слушай, мне, наверное, здесь надо будет взять команду имбы. Потому что у нас смотритель. Он медленный, уязвимый герой. Подчиняет себе вражеские войска. Он даже может подчинить, если захочет, вашего босса под себя. Поэтому нужно быть аккуратным очень. Для чего я, в принципе, и взял имбу. Нужно будет прожечь его сразу же. Главное, чтобы он не прикрылся кем-нибудь. Он может взять твоего юнита под контроль. И вся ульта полетит именно в него. В твоего же юнита, который будет под контролем. Так, ну что, тут выходит жаба с молотом. Естественно, я буду его контрить своим магом-рыцарем. Это понятное дело. Так, Ронин тут еще мне, опс, в подмогу вышел. Так, ребята, я потихоньку буду копить пока энергию. Воу, воу, воблера тут не хватало мне еще. Мне тут не хватало еще воблера. Воблер — это плохо. Всех уничтожили, да, за счет, друзья мои, отражения. Отражение — это очень хорошо. Так, вот это уже плохо. Это вот плохо, вот это... Воу-воу-воу, давай-давай-давай. Чака! Красавчик. Не зря я все-таки Ронина качал. Очень даже не зря. Так, друзья мои, он сейчас, по-моему, базу там разнесет, нет? Но он может. Если бы не было никого, он бы... Воу, пора, пора, друзья мои, запускать. Минус. И... Отлично. Так, куда там, кто там побежал? Кто-то был под контролем вроде бы, да? Но, тем не менее, как вы видели, все у нас хорошо получилось. И базу мы разнесли. Самый короткий бой с боссом, по-моему, был у нас здесь. Ну что же, друзья мои, забираем наш реворд, естественно. Так, посмотрим, что нам здесь выпадет вкусненького. Вау, лорд пустоты. Ребята, сколько нам там оставалось? 30 карточек, по-моему, да? Нам для того, чтобы прокачать его до 5 звезд. Ну что же, этот момент все ближе и ближе. Потому что 12 карточек мы уже получили. Кстати, мы можем получить, если у нас где-то вот здесь вот будет
опять же, лорд пустоты, и опять же нам дадут карточки, то, скорее всего, мы его и откроем. Так, друзья мои, ну что же, фабрика роботов здесь, ох, ё-моё. Так, вот это плохо. Толкатель я никогда не переваривал, потому что он очень злобный. Так, у меня здесь жрица, а нужна ли она мне здесь? Как бы, в принципе, она мне нужна. Но против толкателя... Ладно, давай посмотрим. Как говорится, что говорить, если ты не попробовал. В общем, против толкателя, понятное дело, пойдет Джаггернаут у нас в первую очередь. Как говорится, в бой, да? И потом будем все это дело приправлять нашей некро. Это у меня такое вот в планах. Как оно все пойдет, не знаю, друзья мои. Так, давай. Так, ну у нас Джаггер посильнее будет, да? Так, воблер, ой, воблер, как его звать-то, я уже забыл. Не-не-не-не-не-не. Блин, взял мне и некро уничтожил, а? Охламонище. Так, дай-ка я вот так вот сделаю. Погоди-ка, друзья мои, а что, у меня получается... Мы этого в клетку зажали, все, он там теперь будет до посинения сидеть. Друзья мои, будет до посинения. Пока его никто не освободит, он будет здесь терять свое здоровье. Так, а вот эта штука может его высвободить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Друзья, вот это фейл. Вот это был фейл. А знаешь почему меня так быстро разнесли? Знаешь почему? Потому что у меня здесь замок был нулевый. Вот что я тебе хочу сказать. Зачем я его сюда поставил, я не помню. А, ну да, я хотел вот эту вот крипту прокачать с его ультой. Но я могу здесь, в принципе, друзья мои, уровень поднять по фулочке, да, до 100 уровня. И, в принципе, эта башня будет у нас хорошо себя чувствовать. Она, во-первых, будет наносить урон колоссальный, да. Не какие-то там 42 очка, а действительно серьезный урон. Че, не хватило, что ли, на фул прокачку? Ты прикинь, мне не хватило на фул прокачку. Но, тем не менее, друзья, с вашего позволения, я уберу здесь жрицу. Она вот здесь, вот именно в этой команде не нужна. В этой бригадушке мне, наверное, больше пригодится. В плане, у меня баллист отдыхает? Что это за фокусы такие? Ну да, я вспомнил, почему. Мы же с вами меняли команды, ставили их, это, отряды на прокачку, да. И как раз жрица у меня получила 4-ю звезду за счет того, что тренировалась очень часто. Так, ну что, теперь я думаю, что будет в самый раз. Поехали, друзья мои. Как тебя звать-то? А, Бомбер, ё-моё. Конечно же, друзья мои. А у меня все в голове кружится этот, Воблер. Воблер это совсем другой. Бомбер, естественно, как же я могу забыть его? Бомбер это этого нашего родного. Так, ну что, друзья мои, готов у меня Джаггер выйти. А тут, конечно, юниты не дешевые, поверьте мне, да? Смотрите. Очень дорогие. Джаггер 250, это самая маленькая цена. Потом идет у нас Некро. Вот, вот, ненавижу я, когда он толкается. Давай-ка вот так вот, наверное, сделаем с вами. Опа. Ну-ну-ну-ну-ну. Бомбера, Бомбера. Не вышло ни шиша. Не вышло, друзья, ни шиша. Ладно, хорошо. Двигаемся потихонечку. Так, наверное, мы сейчас с вами... Блин, как ты достал, а? Своим отталкиванием. Вот слов у меня на него нету. Так, давай бомбить. Некро, как всегда, погибает. Естественно, друзья мои. Колобки пошли-пошли в бой. Вызываем баллисту. Ну, думаю, что здесь уже победушка будет за нами. Это однозначно, друзья мои. Я еще вот так вот сделаю. Оп. Ну вот, совсем другое дело, друзья мои. 1293 урона наносят вот эти вот клетки. Так, давай. Надо вот так вот делать. Потому что он достал уже в корень. Ну, все, друзья, тут победа будет за нами. И вот эта вот тюрьма очень-очень мне нравится. То есть пока не спасают вражеского юнита из этой тюрьмы, он будет получать урон. Он так может там и отдуплиться. Так что имейте в виду, что мне хватает денег еще на один уровень, да? Спасибо большое. До соточки его прокачать, он будет более-менее держаться. Так, ну что же, а у нас с вами следующий бой. Второй уровень. И здесь... Так, опять же бомбер, но здесь уже репульсор. Они оба толкаются. Оба толкаются. Только репульсор, он довольно часто будет выходить, потому что это дешевый юнит. И он, как говорится, механический боксер. Ну что же, в принципе, я готов. Готов ко встрече. Начинаем, естественно, с Джаггернаута. Так, Джаггер у меня пошел. Так, и будем, наверное, вызывать сюда Грифона. Почему Грифона, друзья мои? Потому что ему здесь никто ничего не сможет сделать. Ни один юнит... Даже тот же самый бомбер не может причинить ему вреда. Так, давай ульту применим.
Вот так вот. О, все, им хана, друзья мои. Им хана. Если, конечно, вот эта вот бомберша не спасет их. А, нет, она не спасет. Ну, ульта, на самом деле, зашибись. Очень хорошая, мне нравится. Так, ну что же. Давай еще одного джиггернаута призовем. Этот пока у нас отдыхает, да? Даже не хиляется, жаль, жаль. Так, о, подбили, слава богу. Давай еще одного грифона призовем. И это будет у нас, наверное, заключительная точка в этом бою. Да, друзья мои. Разнесли в хлам. Я еще голодичку подберу. Слушай, ну неплохо. Очень даже неплохо. Продвигаемся с вами дальше. Так, в бой. И у нас третий уровень. На третьем уровне нас... Ох, молотильщик. Вот с молотильщиком шутить плохо, на самом деле. Так, ну ладно, Джаггер выдержит. Это однозначно. Джаггер выдержит и выдержит у нас грифон. Потому что ему пофиг на молотильщика. А вот некро с баллистой будут под большим ударом. Но, тем не менее, все равно я рискну. Я рискну. Главное контролировать, друзья мои. А как я буду контролировать молотильщика, кто мне скажет? Хотя Джаггернаут, в принципе, с одной плюшки должен его выносить. Эй, тихо, родной, успокойся, успокойся, пожалуйста. Ну, блин, энергия! Я успел, друзья мои. Фух. Слава богу. Так, ну теперь в любом случае нам нужно с вами вызывать грифу. Да-да-да, для подстраховки только грифа нам здесь поможет. Да он достал уже, а ну серьезно тебе говорю. Но... Джаггер, очнись. Джаггер вроде бы очнулся. Так, давай, наверное, вот так вот сделаем, ульту. Пускай они здесь подумают, посидят за решеткой пока, да? Пускай посидят. Главное, чтобы их никто не освободил. И все тогда будет четенько у нас. Но здесь летит ушастый охламон, который так и делает, что вредит, друзья мои. Ну, давай, родной, баллисточка, ну. Фух. Все пока четко, все под контролем, друзья мои. Давай еще одного грифона призову. Так, надо этого в решетку закрыть. Пускай посидит, подумает над своим поведением, олух. Ай-яй-яй-яй. Сейчас вылетит, наверное, да, пила? Нет, пилы никакой нету, и это хорошо. Карточка на бомбера. Кстати, у нас бомбер, по-моему, прокачан по полной программе, да. Но я его почему-то ни в один отряд не взял. Странно это немножко. Смотри-ка, что делают грифоны, а? Потихонечку бомбят себе. Наносят колоссальненький урон, отлично. А вот если мы их прокачаем вообще по имбе, то это будет зашибательски. Но почему-то у меня все не получается никак. Да, друзья. Взорвали к ядрене фени моему базу. И продолжаем дальше. Фух. Так, последняя энергия у нас тут осталась. И, в принципе, боев-то не так уж и много. А что тут здесь поменялось? Ну, прибавился щитобот, и все. Поехали. Щитобот нам не страшен. Потому что здесь нету никакого хила у него, понимаешь? Был бы хиллер, этот щитобот бы мог такого здесь натворить. Потому что его фиг пробьешь, а если еще сзади будет какой-нибудь хиллер стоять. Так, так, тихо, подожди, может быть, я зря радуюсь-то? Может быть, сейчас тут меня распишут по полной программе? Так, давай. Сейчас он, этот может станет. А он так и делает, ты прикинь, а? Он как будто бы услышал, о чем я подумал, и начал станет. Так. Что-то мне совсем это не нравится. Давай-ка вот так вот сделаем. Вызовем грифона. Ну. Отлично, шикарно. Пока вроде бы все под контролем. Эти пускай у нас тут сидят, томятся. В тюрьме, в этой призрачной. А мы с вами продолжаем нашу эпопею. Давай. Заморозка. Ух, как классненько-то. Ты посмотри, нам везет, друзья мои. Нам везет сегодня. Скоро еще ульта откатится. А эти там томятся, бедняги. Вот и все, пока они не погибнут, друзья мои. Тюрьма их не отпустит. Давай еще одну тюрьму. Оп, зря потратил. Зря потратил, мы их так добили. Ладно, фиг с ним. Давайте-ка здесь уничтожать. Ну что ты, а, репульсор. Ну что ты вот выделываешься. Так, карточку мы получили на него. Так, давай. Еще одну баллисту призову. Да все, друзья, тут, естественно, ничего ему не оставалось. Тут у меня и две баллисты, плюс банши стоит. Ой, некро стоит. И два грифона сверху атакуют. На что он там рассчитывал, я не знаю. Ну что же, а мы переходим с вами. Ёпперс, это босс. Термин 9000. Термин 9000, друзья. Естественно, я беру имбовую свою команду.
Потому что, ну, с ним очень тяжело драться. У него вот эта дальняя атака, которая уничтожает практически всех, и дальников, и ближников, и хоть в защите, хоть ты в чем там. Пробивает, прожигает, и очень тяжело с ним драться. Поэтому, конечно же, моя ульта здесь только поможет. Или удача. Так, погоди-ка. Давай начнем вот так тогда. Раз ты вызываешь этого охламона мне. Так, он тихо умер. Без криков. Так, Ронин вышел медленно, да? Тапков не было. Шелеста тапок не было. Опс, а вот тут пила. Друзья мои, выпускаем ураганчик. Минус бомбер. Так, Ронин. Шуршит. Шуршит, друзья мои. Хоба! Ну, ну естественно, как же без пилы-то? Ну как без пилы? Без пилы нам никак, друзья. Естественно, будут выпускать ее. Воу-воу-воу-воу, смотри, что происходит. А вот, друзья, и термин. Поехали. Все, расписали мы за 3 секунды. Да, давненько такого я не помню, чтобы мы вот этого вот термина так просто укладывали. И еще и базу быстро разбомбили. Слушай, ну шикарно. Квест завершен, тактик. Угу. Ну что ж, давай. Давай заберем. Вау, все ближе и ближе мы с вами к эпическому сундуку. Так, у нас с вами здесь две. У нас энергия-то где-нибудь есть? Так, вот здесь еще есть 3 энергии. Здесь 1 энергия. То есть еще повоюем, да? Так, забираем ревард, друзья мои, сундук робота. И смотрим, что он здесь выпадет. Ядербот, ядерный робот. Потому что некоторые говорят, это не ядербот, это ядерный робот. Да, ребят, я знаю, что это ядерный робот, я просто сокращаю. Хилбот и бот с ракетой. Ну, а мы с вами передвигаемся на нефритовую долину. И встречает нас здесь, воу-воу, терракоша и плюс самурай. Терракоша и самурай, да, друзья мои? Так, ну я думаю, что вот эта команда здесь вполне-вполне даже очень хорошо себя проявит, однозначно. Так что давайте будем. Так, у нас есть ниндзя, да, против таракоши как раз они хорошо будут заходить. Ну, а контрить все это дело мы, естественно, будем с вами с помощью жабы с молотом. Она будет сильнее, чем самурай, в разы. Так, а теперь вызываем ниндзю. Ага, истерика, ну как же без истерики, господи. Естественно, никак. А вот и таракоша появился, не запылился. Ладно, друзья мои, давайте брать БФГ еще сюда. БФГшка. Так, молнию. Ну-ка. Вот, хорошо прописала. Ну, согласись, урон от молнии вообще минимальный. Я думаю, что скоро я эту базу поменяю. У меня она как-то не очень хорошо заходит. Ульта так себе. Во-первых, ну да, станет противника. Ну, на такой короткий промежуток времени, что она того не стоит. Нам надо будет что-то другое искать себе на замену. Другой какой-то замок. Так, ты посмотри, что-то у него зачастили самураи с истерикой. Так, не понял я. Одного за другим вызывает, да? Все, вроде бы пробили. Так, ну теперь, естественно, таракоша. Вот так вот. Что-то он как-то в истерике, в одной истерике. Так, давай еще одну БФГ вызовем. Чтобы нам быстрее пробить замок. Ну, если бы они сейчас лучом бомбанули, было бы все хорошо. Но они почему-то этого не делают. БФГ, где ваш... Вот, вот. Луч пролетел, и все у нас хорошо получилось. Ну что, друзья мои, переходим с вами на второй этапчик. На второй этапчик давай посмотрим, кто нас тут будет встречать. Всадник на журавле. Вот это плохо, вот это уже хуже. Так, тут энергия закончилась. У меня здесь всадник на журавле есть, да? Так, это имба. Погоди, а где-нибудь еще есть энергия? Блин, получается, друзья, только лишь 2 отряда. Ну что же, придется действовать здесь паладину. Почему паладину, друзья? Потому что он имеет удар, который уничтожает и наземные цели, да, и воздушные. Плюс у нас есть тоже всадник на журавле, который будет, в принципе, помогать нашему паладину в этом деле. Ну что же, ждем. Вот так нам придется это сделать. Сейчас будет очень больно, будет пробивать. Но ничего не поделаешь. Давай-ка вот так поможем нашему паладину родному. И вызовем щитобота сюда. Так, давай. Проминаем. Мы промяли, ребят, мы их промяли. Истерики никакой не было.
Тогда-ка я, наверное, призову сюда друид, потому что у меня уже много энергии. Мы с вами здесь лидируем. Я, наверное, ее позову в помощь к нам. Лишним она уж точно не будет. Смотри, как хорошо получается, а, друзья мои. Друидушка подошла. Сейчас, если успеем отхилять, нет? Да, она хиляет. Хиляет мои войска. Все четко. Вызываю еще одного всадника на журавле и молотильщика. Сейчас будет разнос полнейший. Смотри. Ну, естественно, он в окаменении встает, но это ему не поможет. Давай еще одного молотильщика призовем. Ой, ты посмотри. Я обожаю, когда вот такие бои у нас происходят. Этот в истерике, да, там был? Самураюшка. Все, ну, тут вообще не... Опять что ли? Да, опять в истерику упал самурай у него. Так, там терракоша стоит. Вы видите, да, прекрасно? Ну и все. Надеюсь, сейчас мы пробьем. Ну. Да. Разбомбили. Знаете, сейчас игра такая была. Слайд-шоу, ё-моё. Менялись кадры так реденько, что можно было все определить. Ну что, друзья мои, переходим с вами на следующий бой. У нас еще две энергии здесь есть. То есть мы... Ну, мы пройдем вот эту вот долину. Упс. Упс. Ты понял, почему я пожанулся? Да-да, Вуджен, собственной персоной появляется. Плюс за терракошей он будет стоять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. У нас здесь нету дальников, понимаешь, в чем дело? У нас дальников нету. Вуджен это такой паршивец, что он... Он сейчас мне жизнь попортит здесь. Вот в этом бою он мне попортит жизнь. Вся надежда только лишь на молотильщика, на его пилу. Но это такой маленький шанс. Так, ладно. Вышел, короче, на аглоедушка. Самурай. Естественно, мы его будем брать на паладина. Вызову еще сюда щитобота. Так, и надо будет, наверное, всадника на журавле призвать. Вот смотри, вот сейчас вот за этим терракошей обязательно последует Вуджен. Вот поверь мне. Но у нас есть притягивание. Так, это, в принципе, хорошо, друзья. Мы можем притянуть. Так, дай деньги. Давай-ка вот так вот сделаем, чтобы он тут особо не выделывался. Да, вот Джена мы с вами подкосили. И это плюс нам. Так, рассыпался. Но он сейчас будет вызывать одного за другим. Так что радоваться рано. Так, опять вышел Таракуша, а следом вот Джен, да, пойдет? У него такая, по идее, должна быть тактика. Да-да-да-да-да-да-да. Именно такая. За вот Дженом, ой, за Таракушей сразу идет вот Джен. Ну, смотрите, ему это не помогло. Ему это не помогло. Мы просто промяли их всех. Даже если он тут будет кого-то вызывать, мы все равно будем пробивать. Да. Моя тактика сработала, причем довольно неплохо, согласитесь. Ну и идем дальше с вами. У нас последняя тут энергия. Так, давай-ка заглянем, кто у нас тут. Вот Джена нету, слава богу. В принципе, с этими ребятами мне справиться по плечу. Жаба, ой, жаба, почему я жаба с пушкой, ребят? Ну это, конечно же, черепаха. Черепаха с пушкой для нас здесь не в указ. Вообще не в указ. Хотя то, что она дальнобойная, она будет стоять, я больше чем уверен, именно за терракошей. Она будет делать обстрел. У нее массовый обстрел, не стоит об этом забывать. Ё-моё, зачем я вызвал молотильщика против этого непобедимого? Конечно, он сейчас на удар его. Пум. Видел? 15 тысяч урона. 15 тысяч. Это тебе не шуточки. Так, а по-моему, черепаха не может у нас бомбить по летающим целям. По-моему, не может. Вон, она еще испугалась, бедная. Побежала там куда-то. Тортила, а? Так, она оклемалась и начинает бомбить. Давай, 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 настигай, настигай. А что ты сделаешь? Сейчас тебя опять порвут здесь. Ну-ка. Давай, давай. Блин, он там в окаменении встал, я понял. Я понял, друзья мои. Слушай, ну все равно мы здесь должны с вами выиграть. У меня здесь ульта еще есть, я ее применю. Подтянем всех, как говорится, да, и накажем. Все, пробили мы его защиту. И продвигаемся быстренько к его базе. Так, давай еще одного всадника на журавле призовем. То есть вы сами прекрасно видите, что у него ни одного шанса нету на победу. Мы просто всех бомбим, кто бы тут ни появился. За считанные секунды. И плюс еще урон огромный по базе идет. Все. Как пить дать. Ну что, у нас энергия осталась только, по-моему, на имбе. Если не ошибаюсь, сейчас посмотрим, может быть, где-то еще появилась.
Так, 3 энергии есть на имбе. Ну что ж, друзья, придется играть за имбу. По крайней мере, здесь у нас будет босс. В любом случае, я бы брал имбу. И здесь у нас богиня солнца. Кстати, не забывайте, там еще Вуджен припрятался в пачке в этой. Я готов, друзья мои. Слушай, богиня солнца здесь для нас вообще не алё. Так что мы ее быстренько будем выносить здесь. Это я вам точно говорю. Так, вышел самурай. Против самурая у меня есть... Вообще у меня против всех идет маг-воин. Вообще против всех юнитов. Это просто имба какая-то. Плюс Ронин. Чикс, видишь, что делает Ронин? Это просто вообще обалдеть. Так, а вот здесь уже немножко напряженно, потому что нам нужно пробить этого. А теперь добраться до Вуджена. Ну, Вуджен ватный, поэтому падает моментально. Так, шелест тапок не было, поэтому у нас Ронин вышел в обычном расположении духа, да? Без истерики, без всего. Ну что, выйдет босс-то сегодня или нет? Я ульту уже готовлю. Нет, вышел. Вот и босс появился, ребят, ну ему хана. Тю, сдулся. Все. Победы с боссами меня уже вообще одно удовольствие приносят. Ну что, друзья мои, забираем наш реворд. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Наверное, богиня солнца, как всегда, да? Нет, смотри-ка, нам выпадает черепаха с пушкой. Так, тигр. Ну, тигр у нас полностью прокачан. И 10 карточек на этого охламона-копейщика. Ну что, друзья мои, переходим с вами на долину. Так. Имперскую долину, да. И здесь у нас, ребята, крестьянин и паладин. Подданные, да, значит. Так, я не знаю, как мы будем с вами крестьянина-то контрить. Действительно, а как мы будем сейчас крестьянина с вами контрить? Ладно, через самурая, наверное, только. Через нашего Ронина, а он успеет ли? Он успевает. Так, ну, он, в принципе, с удара будет их всех валить. Неплохой контроль, блин, контра начал уже запинаться, друзья мои. Так, давай, Роня, выходи. Ух. Ну, тут вы понимаете, тут побед будет за нами. Просто смех на палке, друзья мои. Ну, ты посмотри, ну что они могут сделать? Ну, вообще жесть, просто разруливаем ситуацию на раз-два. Даже пикнуть не успел. А я боялся, думал, кем же я буду контролировать этих крестьянинов. Да вот он, Ронин. То, что нужно, имба из имбы. Просто как орешки щелкает. Тут главное, знаешь что? Главное успеть его вызвать, и все. Дальше он свое дело сделает. Ни один крестьянин его не сможет положить. Так, ну что, давайте продолжать нашу эпопею. Опять он начнет с крестяшек или... Ой, ну да, с крестяшек или нет. Пока никого нету. Дай-ка я тогда еще энергии немножко подкоплю. Может быть мне... О! Давай, я знаю, что мой маг-рыцарь намного сильнее паладина. А ну-ка, давай, Ронина. Но... А знаешь, чем мы сильнее, друзья мои? Тем, что у нас есть отражение. Отражение это вообще имба, потому что мы с вами отдаем часть урона обратно врагу. Даже не то, что часть урона, а весь урон, который он наносит во время отражения, возвращается ему. По-моему, так. Так, ну что, применяем ульту. Все равно она мне здесь не понадобится. Так, карточку на копейщицу получил. Кстати, мы скоро тоже копейщицу сможем проапать. По-моему, по фулке, если я не ошибаюсь. Вот и все. Пока я тут разговаривал, мои рыцари, мои воины разбомбили замок. Так, друзья мои, в ежедневные испытания я не пойду, потому что я уже смотрел. Здесь у нас разыгрывается тигр. Он мне не нужен, потому что он у меня полностью собран. И, насколько я понимаю, у нас с вами закончились, да? Закончились везде энергии. Так, давай-ка я проверю еще раз, чтобы убедиться на 100%. Здесь энергии нет, здесь нет. Так, тут нету. Да ё-моё, и тут нету, да, и здесь нету. Во, здесь есть, ребята. Так что погнали. Погнали. Чем дальше мы пройдем, тем быстрее перелетим в следующий портал. Так, ну что, кто там? Да ладно, родной, успокойся. Пришел со своим маленьким кортиком и с таким маленьким щитом. Такой, знаешь, как карлик, елки-палки, выбежал тут. Так, ну давай, хорошо. Раз ты не понимаешь, по-человечески будем с тобой. Ой, жду. Жду, как говорится, этого. Блин. Я хотел тыквоголового на самом деле призвать. Ай-яй-яй. Ну тут-то, конечно, тут паладин. Имба на самом деле. Против моих-то самураев, да? И мечников.
Так. Тут тяжело нам будет, если честно. Но если я призову сюда очень много... Оу! Да ладно, у него... Друзья мои, у него грифон тут есть. Это уже серьезное дело. Тут уже не до шуток, братва моя. Не до шуток. С грифой лучше, блин, не шутить. Так, корни. Корни, корни, корни. Давай, 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 давай. Вызываем мага. Так, вызываем мечника. Пробьются, да? Или не смогут? Пробьются, по-моему, друзья мои. Так, хорошо, что мы грифона с вами... Ай, нам это невыгодно, он же сейчас обратно. Фу, повезло нам крупно сейчас. Блин, где моя имба? Где моя ульта, друзья мои? Ну, давай. Вот так вот. Будет знать. Так, 55 секунд у нас с вами. Я думаю, что этого достаточно для того, чтобы расписать ему замок. Давай, давай, друзья мои, уничтожаем, уничтожаем. Ну, есть. Так, конец крестового похода. Квест завершен. Чё-то я такого не помню квеста. Ну что же, давай заберем. Вау. Так, уничтожьте 50 подданных. Неплохо, неплохо, ребята. Так, ну что, энергия еще где-нибудь есть? Давай посмотрим, может быть, где-то успела откатиться у нас. Нет, друзья мои, больше у нас, к сожалению, энергии нету. Ну что же, друзья мои, на этой ноте тогда мы будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам серия понравилась. И мы увидимся уже в следующей. Вот только когда она будет, я вам точно не скажу. Так что всем пока и до скорого, удачи вам.